В ночь с 6 на 7 января православные верующие Реутова встретили Рождество Христово. Легкий морозец, искрящийся снег и звон церковных колоколов. В этот светлый праздник около Троицкого храма города царила поистине волшебная атмосфера. Перед входом в церковь установили рождественский вертеп. Ровно в 22:45 началось ночное богослужение. На главную праздничную литургию пришли десятки горожан. Праздник Рождества Христова – это самый светлый праздник, который празднуют все православные христиане. Кто-то, конечно, празднует его семьей, кто-то один, но в целом человек не один, потому что с ним Господь, который родился. Обычно я праздную праздник со своими друзьями, но вначале я, конечно, бываю в храме, потому что это самое лучшее время. Нахождение в храме, встреча Господа. Ежегодно в церкви проходит служба. И, как видим, несмотря на то, что сложности в этом году с учетом пандемии коронавирусной инфекции, но люди пришли, и соблюдая все меры безопасности, но тем не менее проходит службу. Поэтому я всех жителей города Реутов поздравляю с этим праздником, со светлым праздником Рождества Христова. Богослужение в Троицком храме в рождественскую ночь состоялось в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, которые направлены на борьбу с распространением коронавируса. Прихожане соблюдали масочный режим и социальную дистанцию. Одни верующие пришли в храм на ночную божественную литургию помолиться о здравии близких и зажечь свечу у иконы. Другие проникнутся атмосферой благодати и загадать желание. Божественная литургия – это есть кульминация любого праздника. И посему, когда мы приобщаемся телу и крови Христовой, праздник полноценно наступает в среде христиан. Желаю всем, чтобы тишина рождественской ночи раскрыла в вас способность слышать друг друга, любить друг друга, делать добрые дела во имя Христова, потому что именно этого ждет от нас Господь. Настоятель Троицкого храма Реутова напомнил, что одно из главных торжеств христианской традиции – праздник Рождества – имеет многовековую историю. Древняя церковь праздновала событие богоявления в мир Спасителя Бога, которое отмечалось приблизительно 6 января. И в середине 4-5 века постепенно на территории Римской империи в разных ее уголках начинается традиция отделенного празднования Рождества от Богоявления. Впервые на Западе стали отмечать Рождество Христово 25 декабря в Римской церкви. И постепенно этот обычай проник и во всю остальную империю, восточные ее рубежи. Рождество Христово принадлежит к числу 12 праздников, то есть 12 важнейших после Пасхи православных торжеств, которые посвящены событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы. До Рождества церковный устав призывает верующих соблюдать пост, по продолжительности он равен предпасхальному, то есть посту Четыридесятницы. А вот сразу же после Рождества начинается период святок. Это время веселья, гуляний и колядок. Святки продлятся до крещения 19 января. Валя Шарыпова, Дарья Галакова, Александр Попов, ТВ Реутов.